В Новый год с новой валютой. Под таким девизом некоторые жители Латвии решили провести 1 января и отправились в банк. Не обошлось и без очередей, например, в Банке Латвии. Почему латвийцы так спешат обзавестись евро, выясняла Диана Хадулина. Первый день Нового года. Кто-то еще отдыхает, а кто-то уже спешит в банк. Людям не терпится обменять латы и отправиться за покупками уже с новой валютой – евро. В Банке Латвии в своей очереди ждут около 40 человек. И в основном это люди в возрасте. Причины, почему они уже в первый день Нового года решили расстаться с латами, самые разные. Потому что уже кушать хочется за новые денежки. Новую жизнь начинать надо с 1 января. Спать уже не хотелось. Думала, что очереди не будет. Но ничего, справимся. Ну, хочу, чтобы получить новую валюту. А почему именно сюда коммерческие банки тоже работают? Ну, мы не знаем расписание. Поэтому пришла сюда. Касса в магазине была переполнена мелочью. Теперь нужно от монет избавиться, чтобы завтра магазин смог нормально работать. Да, как видим, люди приходят. Они решили использовать возможность обменять латы на евро. Ведь кассы Банка Латвии сегодня открыты с 11 до 3 часов. Однако надо напомнить, что в этом деле опоздать нельзя. Мы не устаем повторять, что Банк Латвии будет обменивать латы вечно, пока не наступит конец света. Кроме Банка Латвии, сегодня были открыты 19 филиалов коммерческих банков, где также можно было обменять латы на евро без комиссии. А банкноты евро можно уже получить и в банкоматах. Первая банкнота в банкомате была выбрана 1 минуту после полуночи. Мы очень гордимся этим фактом. Напомню, что еще в течение 2 недель расплатиться за товары и услуги можно будет и латами. А вот после 15 числа латы будут принимать только в банках. Диана Хадулина, Айнис Купш, Латвийское телевидение.